Знак отличия за службу и доблесть и медаль за смелость во имя спасения. Этих высоких наград удостоен участковый Малаховского отдела полиции Никита Ларцев. В конце марта он вытащил из ледяной воды мужчину и тем самым спас ему жизнь. О поступке, достойном примера, расскажет Луиза Егиазарян. Крики примерно доносились именно оттуда. Пройдя примерно 30 метров в указанном направлении, я и обнаружил мужчину. Сигнал в полицию о том, что на Новокрасковском карьере тонет мужчина, поступил ночью. В это время лейтенант полиции Никита Ларцев находился на дежурстве. Оказавшись на месте происшествия, он за считанные минуты спас человека. Я протянул ему конец ветки, он за него схватился, и я не спеша стал подтаскивать его в сторону берега. После этого мужчина был доставлен в бригаду скорой помощи в Красковскую реанимацию. Медики ему помогли. Мужчина жив-здоров. Точные эмоции описать не могу. Просто хотелось поскорее помочь человеку, потому что до приезда спасателей было очевидно, что времени ждать нет. Носить погоны Никита Сергеевич мечтал с детства. Главная причина – желание помогать людям и бороться с преступностью. И вот уже 2 года он работает участковым в Малаховском отделе полиции. О своем выборе не пожалел. Рабочий день начинается с совещания с начальствующим составом. Расставляются задачи на день. После этого профилактический обход населения, территория обслуживаемой. В семье единственный сотрудник, вообще еще младший брат подрастает. Глядя на меня, собирается тоже идти в полицию. История на Новокрасковском карьере теперь навсегда останется в памяти молодого сотрудника. В его практике это первый случай, когда пришлось спасать чью-то жизнь. О героическом поступке будут напоминать и высокие награды. Медаль МВД России за смелость во имя спасения и знак отличия городского округа Люберцы за службу и доблесть. Служба Российской Федерации. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.